покупка этого оборудования нам, во-первых, сократила сроки проведения данных исследований. А именно, вместо 3 дней теперь результаты будут готовы уже через 3 часа. У лаборантов и ветеринаров Кузоватова появился новый помощник – комплекс «Мультискан». Оборудование определяет содержание антибиотиков в пищевых продуктах. Благодаря машине на стол ульяновцам попадают только качественное зерно, молоко или мясо. Новую машину показали губернатору Алексею Русских. А сегодня это наш южный куст. Это Новоспасский центр ветеринарии и безопасности продовольствия. Охватывает 6 районов. Здесь зональное управление находится в Новоспасском, а здесь лаборатория, которая обслуживает вот эти 6 районов. То есть сюда все материалы везут? Да. Одна у нас есть в Новоспасске, вторая на исследование, да. Кроме этого, в лаборатории появились микроволновая система пробоподготовки, центрифуга, иммунологический анализатор и многое другое. Всего приобрели 25 наименований оборудования. Оно позволяет проводить больше исследований воды и продуктов, а также выявлять особо опасные заболевания у животных. Когда я пришла сюда, лаборатория она была хотя и типовая, но не было оборудования, которое нужно было. И вот в эти 3 года, начиная с 2021 по 2023 год, мы приобрели очень много оборудования, на которых можно работать, которые отвечают требованиям технического регламента на пищевую продукцию, на все. А чтобы работалось лучше, в здании также сделали ремонт. Заменили все необходимые системы, поставили новые окна и провели газ. Средства, а это более 6 миллионов рублей, были выделены из регионального бюджета по госпрограмме «Развитие государственной ветеринарной службы России». Анна Тищенко, Улправда ТВ.